телеканал «Звезда» планирует немало трансляций из этого замечательного города. По-прежнему вторая динамовская четверка на площадке. И смотрите, какой шикарный гол забивает Пеле Джуниор, который сегодня блистает новой прической. Ну и тут же подборка музыкальная от диджеев, которые работают здесь на каждом матче в домашнем московского «Динамо». Сейчас нам обязательно покажут повтор. Гол красавец, что сказать. Тату. Отличная разрезающая передача. Отсек всю команду соперников. И пяточкой Пеле Джуниор. Еще раз обратите внимание на исполнение.